Всем привет! Скодилов 2 на 2 с одним имбовым союзником. А, вот он. Кто его конфу не знает, это No Limit. Вот. Поймали мы двое психов. Одного охотника, 21 ранг. Инрейт 80, другого Чахин, инрейт 74, два медалиста. Вот, то есть сейчас я покажу вам бой. Этот бой проходил на карте Ринг. Охотник — это Артём, выходец из реактива. Мой бро, у него еще ник контроль, есть аккаунт контроля. Вот бой сам. Короче, сбор. Неплохо этот Русору собрал. Сразу в середину побежал. Это меня и дало плюсы. Раньше на карте по бокам это бегал, плохо собирал ресурсы вообще. Выход в море. Вот, этот строится, достраивает ЦСки. 5 ЦС, второй штаб. Этот тоже производится дельта. Одна ползет вниз. Собирает ресурсы, вторая поползла вверх. Мой напарник тоже вышел в море. Вот, я тут уже на третий апаюсь. Вот, тут мой напарник, короче, разведует. У моего уже третий штаб. Разведует союзника. Это 22 ранг. Ой, противника 22 ранг, он, короче, видит апочи третий штаб. У меня уже тут производятся викинги. Я палю его торпедку, вот подплываю викингом в эту нишу аккуратненько. Вот он ползет. Второй делается, тут он меня койотом разведывал. Тут мой, короче, напарник агрит его вертексом и Зевсом с пехами. Вырубаем ему казармы. Тут такую вышку одну срубили. Тут я уже викингами пытаюсь агрить его близ ближайшие постройки. На голде все. Вот. Вот тут у меня молота Зевс с одного за ШМ купается. Вот тут все, застали их врасплох. Тут, конечно, я сливаюсь, так, ну, сливаюсь мой флот, сливаю все. Сейчас вы увидите. Тут мой, конечно, напарник посильнее, чем я. Он все-таки пробивает 22 ранга. Вот, я тут одного викинга потерял. Тут второго викинга теряю. Торпедки на голде бьют очень далеко. Вот. Кусал, не мог его пробить вообще. Тут мой напарник уже подгоняет помощь себе на заказ. Тут я строю еще за шеем и молота Зевс. Вот. Тут у меня три викинга, один вот он, четвертый.
Короче, мой напарник сносит своего 22 ранга, идет к моему. Вот он вертексами бьет. Тут по ложками задефался. Вот, мой напарник уходится с холма. Дельта у него одна. Вот тут у меня викинги, и мы решаемся с ним нападать. Вот куда он пополз. А, было принято решение там моего короче, отвлечь его викингами. Вот. И напасть. Вот. Ну, он втыкается на мою армию. Ну, короче, уже вдвоем его прогибаем. Я кусал не смог. Вдвоем смогли. Короче, напарник мой убил двоих, можно сказать. Да, торпеды у него жесткие. Спасибо за просмотр, ставьте лайки.